Профессиональная печать на спортивную экипировку «Спортпринт-М». Первый матч, который мы в высшем дивизионе покажем в прямом эфире, ну а трансляция у нас в Северной лиге сегодня вторая. Показывали прошлый уикенд матч «Практика» и МСК Европы. Борьбы там не получилось, ну, потому что «Практик» уж очень силен. МСК Европа — команда, которая вылетела из высшей лиги, а «Практик» — команда, которая... половина которой, даже, наверное, большая часть, костяк которой в прошлом году в высшей лиге блистал. Ну и вот сейчас ситуация обстоит таким образом, что «Практик» уже с первых туров лидирует в первой дивизионе, но у нас другая игра. Сейчас совсем игра очень интересная, игра, которая тоже для одной из команд будет первой, поскольку «Беда» не принимала участие в первый уикенд, ее игра была перенесена. APC играл, APC победил в матче в своем первый уикенд. Победил он «Легион» со счетом 2-0. Два гола Василия Милентьева с передач Сергея Трушлякова в первом тайме обеспечили перевес. Ну и таким вот образом APC имеет сейчас 3 очка, и после первого кента он был на пятом месте. После 5 матчей вот все 5 они закончились чьими-то победами. Вот если скромнее всех победил. Там была еще победа 3-1 у ЦДК над Бураном. Какая достаточно скромная, наверное. Ну, мы давайте о результатах еще поговорим. Сейчас время представить составы играющих команд и следующим сочетанием сегодня. В общем, на поле, во-первых, Володя Рашкова справа, белый серый футбол, черные кедры. Это электронное сочетание следующего рода. Дмитрий Истов, номер один, на вороте. 20, нормально, нормально. 2 защитника, правее играет Виктор Лобанов, 14, левее. Артем Феоктистов, номер 6, в полузащите. 2 центральных хардбека, Марков Сабиров и Евгений Овсянников, Марков Сабиров, номер 3, у Евгения Овсянникова, номер 86, по краям атаки, Сергей Дашлюков, номер 17, справа, Дьяков, номер 13, слева, по краям вообще, и Василий Милентьев, номер 15, на острие атаки. Ну, как я говорю, по краю вообще, то есть Волков и Трушляков, они могут в ситуации, когда нужно, даже отскакивать в оборону. При этом надо отметить, что тактика APC, она таким образом выстраивается, что большой счет это приходится делать, а у нас уже мяч влетает в ворота, и Сергея Трушлякова поздравляют партнеры, нет, не Овсянников, прошу прощения, Трушляков, ассистент здесь выступает уже на второй минуте. APC открывает счет, это быстрее, чем тебе. Я на самом деле от тебя так очень понимаю. Забитый, вот видите, передача Трушлякова, который сегодня мог не выйти в старом составе, он говорил, что проблемы. Второй, но тем не менее, состояние стартом вышел, а в запасе остались. Вот там кто-то решил, 20 команды, забавная история, что у обеих команд капитаны начали ставить опасность сегодня игру. Бывает. Ну а что ты тоже так у меня следующий. Капитан в запасе, а тренер Васильев. Произвелся Иван Павлович Логин. Итак, один. Играй, 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 играй! Располагается в обороне справа налево, Алексеев номер 4. Опорный полузащитник. Что творит? Манчестер Сити. Никита Назаров номер 10, Олег Егорышкин номер 14. В зоне инсайдов действует. Хотя некоторые считают, что позиция не существует уже в футболе, но как раз в футболе 8 на 8 очень даже роль инсайда можно
называть и не бояться футболистами. Ну и во многих футболистах я согласен. Алексей Ферсаков, который дал предзаявленную битву. Также есть Максим Изаков, 13-го, Роман Федосев и Георгий Мичкин, номер 15. Мичкин, в целом на этом компании беды не по большому счету закончена. Потом
Минимум слово нет школы, которые были проблемы. Центр левый надо! Наверное, нельзя, здесь обрез какой эффектистов допускает удар и... Давайте, синий играем! Беда, пока что отрекаясь, мы перешили, пропускает и доходит мяч до Волкова, пусть не сразу неудобно, он убирает под себя, бьет. Попадает Пуркин, который уже здесь блокировал. Здесь Пуркин уже в воздухе перекрыгивает, мы перешли, что не мудрено, он четвертый бросьте. Начинается атака беды, плотная борьба, Логина прыгает, говорит, это превосходит Михаила Лобанова. Михаила Лобанова, попробуй. Перебори. Сейчас, по-моему, как раз 14 номер выходит. Нарушил правила. Но вот он ничего не отдает. Просто так вообще Витиси очень жесткая защита. Очень такая плотная. Тяжело, тяжело просто этой команде находить зоны. Тяжело побеждать кому бы то ни было. Витиси и в том сезоне все нахлебались. Фавориты. Очень прилично. Пусть не гранит своих репорт. Но для тех, кто вступает в классе. Но при этом сам ИПС проигрывает редко крупно. В том числе на первом этапе таких поражений было 3 от Интер 0-5, 0-4 от Динамо, 0-6 от ЦДК. Для сравнения, беда 2-13 Интеру проиграла, 0-3 проиграла Динамо, 3-10 проиграла Неве, 1-6 Удина Энергомаш. Совсем такие ворота не лезет. Ну и Пресня 1-3 проиграл на первом этапе. Я ж не буду тебя звонить. И ничьи со Штурмом и Стеллой. Все эти команды были по параду. На первом этапе новый Энергомаш снялся. Левая нога! Выиграла. А на втором этапе... Стой, Мишань, стой! Два крупных поражения всего, хотя играл до смерти сильнейших. Было поражение 1-6 от Интера, но Интер кто не проиграл крупно в прошлом сезоне. Динамо, наверное, тоже. Ну и... Да, тут Динамо не проиграл. И Динамо даже проиграл Интер крупным решением на первом этапе. Ну, в общем, ни одна команда. Ни в одном матче, ни в одном не было такого, как ни один матч, результатах поговорить. У беды вот матч первого тура был со Штурмом, и еще здесь не смог играть. Надо бывает. ИПС, я уже сказал, выиграл один первым. Динамо выиграл. Металл Бурана 3-1, причем ЦДК. Уже сейчас сыграно несколько матчей. Например, такая сенсация Гульшарка уступила Аэрофлоту 2-1. Сегодня один вот Гепард ЦДК состоялась игра только что. И со счетом 2-1 ЦДК выиграл у Гепардса. Наверное, в том же примерно ключе. Называли события, что ведь с Бураном и также ЦДК в том счетом сравнялся. ЦДК выиграл все-таки. Но в целом, ТДК отмечает, что заточили результат, но пользуется паузой тренера обеих команд, причем в качестве тренера сейчас Алексей Пешсаков будет выступать, поскольку Иванов был на поле.
кто провести замену. Покинул поле, как раз Логинов покинул поле. Никита Назаров вместо Никита. Один вообще! Георгий Митечкин очень маленького роста, футболист, да, в прошлом году. За Неву. Вместо Артема Фиаткинского для этого Федорасова. 18 номером, интересно. Федорасова в обороне. Федор Лобанов рядом играет. Но в целом, снова, в этих схемах, если не привязаны команды к каким-то геометрическим сочетанием, выверенным линиям, там 2, 3, 1, там 2, 4, 1, 3, 3, 1, 3, 2, 2. Команды действуют друг по другу и асимметрию вносят в структуру оборонительной команды те, кто атакует. Это достаточно интересно, за этим интересно наблюдать живую игру на картинке. Конечно, в полной мере все так увидеть не можете, но... Поверьте, действительно интересно, но можете приглядеться и все в какие-то моменты заметите. Милентьев! А если сейчас получилось подачу Крашникова скинуть на Волков, это был абсолютно один условий, где был Митечкин из центра, вот сейчас убегает туда, где находится. Атаковать на его Митечкин атакует, смотрите, получает мяч, но Волков-то как раз оказывается там, где надо. Может быть, чуть быстрее бы сыграли, что вы увидели, что Волков не успел вовремя. Но в итоге Волков как раз успел. И это остается в данном случае главным моментом. Давай, Волк, что, варик-то нет. Нога, еще кто? Выше. Дима, а у вас замена не ограничена? Есть! Есть!
Россия накрадывает Романов, там Царёв не лучше опоздал, а может быть Романов замешивался, дорабатывает Царёв, что, главой? Паузу! Нет, пауза! Так, ну не лейте все, здесь не лейте после подачи Волкова. Второй мяч. Ну, а для себя это третий гол, это шлепом, да, пас теперь не напишут в первом голе, но в целом создал момент. Ну, а теперь вот берет пас Волкова. Гол Милентьев. Сейчас видели, откуда Петросян пробил, это к вопросу о том, что клуб Экиси все с ударом футболистов. Ведь нужно как-то поменять игру, потому что ситуация на данный Пока APC, конечно, фундаментально по сезону. Не знаю, на что конкретно команда спорт рассчитывает, но я думаю, что пятое место ставится как задача. Задача, я думаю. Задача максимум попробовать кого-то из топа в партии. Я не исключаю, что APC может на такое замахнуться. Проще. А четвертый тур матч только стоит с 22 сентября, здесь игра с Бураном, но в любом случае. А потом Стелла и PC в календаре, вы знаете, могут электроники, дальше Гепард в шестом туре, в седьмом Пресня. Но посмотрите, если сейчас PC выигрывает, то по большому счету, по восьмому туру, конечно, с Гефестом, если команда продолжит играть так же, она может с 21 очком подойти. А если APC будет иметь процент результат по итогам 7 туров, я думаю, что команда сможет замахнуться на что-то большее, конечно, может получиться, что она побудет в лидерах и ничем не сдаст. Часто бывает, но APC не повалит. APC это не выскочка, APC это... Thank you.
Подожди! Опять вдвоем одного!
Здесь аут, фигурирование, APC, волков бросил далеко. На них не взял ту. Тем не менее, вообще неплохо получается. По-прежнему ворот пришел момент под наплатой. Был удар Логинова, когда мы запустили наш штанг. Ну и пару полуподходит. Не проблем. Беда. То, что беда владеет мячом больше, то, что последствия счета разделя. Это владение, во-первых, в таком количестве появилось, что писит только уже при счете 2-0. Но здесь вот начудили, не смог Тарасяна, но Романа Кирилла не распечатал ворот, но не смог в итоге же выручить, а Тарасян выбил мяч. Витечкин прыгает перед Волком, находит и Романова, тот же бьет, вот сейчас было неплохо. А вообще-то писит тоже все вляться нельзя. Бронзу застыть можно и... Беда на карте. Обладает достаточно крепким характером, который умеет переворачивать матчи, которая не будет сдаваться. Ну а тот факт, что она все время атакует, сейчас тоже, ну, конечно, ее же повышает. Да, с другой стороны, на контратаку тоже от APC Митечкин в роли плеймейкера на поле. Спокойно, что пока не приводит. Момент, правда, уже отдыхаем и потом возвращаемся. Все виды нанесения Спортпринтем. Ну что ж, все готово. Сначала второй половины. Ничего. Где такого? Матча. Питание ПСИ 0-2. Голы. Автогол Никиты Куркина, второй мяч Василия Милентьева с передачи Глеба Волкова на 16-й обеспечили PC преимущество. Пока для бело-серо-черных все развивается так же, как в матче первого тура против Легиона. Если все продолжится, то в том же тип часа Волкова больше не увидим. Но мы, конечно, как нейтральные зрители. Хотим увидеть, и смотрите, Евгений Попков для интриги пытается сдавить сейчас почти в центр поля, но и не смог только через перекладину мяч переводит. А здесь Куркин, нет, не Куркин, Дадыкин бил перекладину. Вот так вот вторая половина у нас начинается еще угловой, и здесь Волкову досталось в борьбе. Вот так вот беда показывает зубы. А вот он сразу не считает сейчас. А здесь Волков, который уже пришел в себя. Штрафной. Ну, давайте, после того, как он перешли на опыте, сейчас пропустил мяч. Давайте составим команду. Беда, хозяин поля. Ну и с ними начнем называть составы. Юрий Струков остался в армии. Запасных. Никита Куркин и Андрей Дадыкин в обороне располагаются. Олег Царев в опорной зоне. Над ним есть Никита Назаров где-то справа. Попков, а ну все правильно, справа Попков, слева Дадыкин по факту. Ворота Назаров, нападающий Витечкин на левого вингера. Ну и Олег Егорушкин на острие атаки. Ну и вообще хаотично. Схема. Ну, а что касается APC, то достаточно ворота. Ворота Феоктистов Лобанов, Феоктистов Лобанов,
не овсяник. А, мрацобед, прошу прощения. Потому что в зоне на одни ботанки перешили справа себе кошельков на Сиатаке, который сейчас едва не зацепился, но вынужден, то есть Кухин даже не вау выбить, а пытался мяч сохранить, но ему пришлось Попков на угловой выбивать. С другой стороны, когда сильный стендап исполняет, на выбили, Мехаришвили далекая передача, Сабиров назад Мехаришвили возвращает, да. Вахтанка 1-1 пытался снять Царева, позволит сделать. Царев выбирает мяч, мальчик цепляется. Егорушкин Назаров! Не сумел обработать мяч. Замечу себя. Какой-то недалеко. Они Неудачно. Егорушкин на скорости уходит от подката. Лобанов бежит назад. Егорушкин имеет небольшое преимущество. Волка против него. И отворот. Волка у меня не падает. А того обратно Егорушкину. Но видите, сейчас Лобанов. Левый мал, левый! От ночи попасть. Поняв, что он старается вернуть себе инициативу. Да,
чистый хаос солдат. И артист Сергей бросает, когда почувствовал, что сейчас она может спасти этот матч, на победу даже играть. Ну, для начала будет там мяч. А потом уже можно будет вернуть А, не дай нам разыграть, Гош, дай Гоша! Не видел
Да, да. Я сказал о том, с кем играть. Эписи. Лево, лево, мал, лево! Давайте тогда мы и о беде пару слов скажем. У беды в третьем туре будет поединок с Бураном, затем Гепард, затем Гефест. Ну, в общем, я думаю, что минимум с шести очков. Ну, а чтобы больше надо, надо сейчас Да, был второй этап, прошлый восьмилетний, момент будет или нет, здесь успели. Ну, может быть, да, на эпизоды, просто при этом постановок нет. В целом, немножко хаотичный футбол, туда-сюда, вертикальный, где-то, может быть, не хватает мысли немножко футболиста, но... С большим желанием все действует. Что-то паня не так, Андрей. Еще замены, NPC, они особенно были нужны для артистов, их Рушляков в поле покидают. Галенников и Петросян на полный телефон. Ну и подробно. Это риски. Петросян вышел на позицию вингера. Потому что я так понимаю, что защитник Славана вообще далеко не сыграл. Нет, это все-таки Петросян. Сейчас разберемся. Опять будет хаотичное настроение. Понял.
так, давай, давай. Не, вот так. Не только так, да, знали, да, вот так. Здесь такая борьба в Куркина с Милетиком, но оба подключали руки, поэтому не дается встала ни рукожа, ни Милетик, ни себя, вот нет, успевает. И замечательный электроник. Опять же, ну, может быть, не получилось забить у Милетика, но зато он вышел победителем из борьбы за мяч, а сейчас я и не все, это даже важнее. Чуть больше 12 минут. Больше 12 минут до конца, а аут Писей, временный аут, решается гет-триком Милетика. На 48 минуте, видите, не зря он бежал за этим, ну что, не зря он его сохранял. Он же и заткнул, когда не штанги, ну а беда рассыпается. 5-1, головой Милетик забивает, потому что его никто не держал, по сути, и где-то Струхов потерялся в воротах. Что, может, Корсакову дать 10 минут? Айписи продолжает уникать уже порядка развалившихся без того, как не порядок еды. Никакой управления на этом не получается. Асян сейчас Витечка прессингует, удачная, на грани пола. Нога сломается, вообще магия. Назаров, Романов, ну что, беда, забьет еще один мяч. Конечно, не так надо искать. Иван Логинов, его предыдущий начал сезон, сам Логинов вообще не выходил, по-моему. Ну а Куркин справляет с Милентьевым, у которого еще гектар пространства для того, что не убивает беда в оборону, потому что вся беда атакует. Сейчас едва шестой мяч, ворота в Куркин не оказал. Ну вот, да, контратака у Беды могла быть, но здесь Горошкин отпустил, мяч далековато. Да, я так что...
через порт. Иди, убегай, убегай. Сейчас такой спор. Представляй, Глеб. Очередная замена куртки на Специально.
Волков посредников, мы экипируем любой коллектив, выполнив на высочайшем уровне полный комплекс работ по спортивному нанесению. Спортпринт М.